Всем привет! Сейчас хочу похвастаться своим опять рыболовным таким девайсиком. Это вот такие вот перчаточки. Ну, идут они вот в такой пакете. И чтобы не шебуршать, вот мы их достали. В общем, вот такие вот идут перчатки с обрезанными пальцами, чтобы было более удобно. И также здесь вот можете видеть, они как прорезиненные такие, то есть чтобы если крупную рыбу берете, чтобы она не скользила. Так, также здесь у нас идет липучечка, чтобы перчатки не слазили. Ну, в принципе, по качеству что могу сказать, они сами по себе тоненькие, перфорированные такие, то есть жарко не будет, больше, наверное, идет, чтобы руки не сгорали на солнце. Ну, такое качество, конечно, вот края обработаны вот как типа шелковый такой, лучше зажигалочкой чуть-чуть аккуратненько так нитки вот эти лишние обойти. Ну, а так, в принципе, сшито более-менее нормально. Здесь вот резиночка идет уплотнительная. Так, внутренние швы давайте покажу сразу тоже. В принципе, тоже более-менее ничего. Ну, нет вот такой какой-то обработки. Не знаю, насколько долго будет держаться они. Вот, в принципе, такие вот перчатки. Сейчас покажу, как они сидят на руке. Их можно также там выбирать по размеру. Есть таблица, как замерять руку правильно. То есть так вот они одеваются. И здесь, соответственно, затягиваются. То есть вот на руке они плотно прилегают. Ну и вот так вот сидят они. То есть, в принципе, довольно неплохо, удобненько. Вот это вот такая часть, как бы, что в принципе скользить не будет. Пальцы вы также можете делать аккуратные там узелки и все прочее, то есть также не мешаются. Ну и опять же руки не сгорят. Вот такие вот перчаточки. Ну, в принципе, мне понравились, да, не скажу, что такие сильно дорогие, как бы руке в принципе не жарко, не холодно, то есть, ну да, в принципе, да, хорошие. Ну, на этом все. Всем пока. Всем спасибо.